По словам эпидемиологов, пик заболеваемости гриппом пройден. Теперь показатели пойдут на спад. Однако это не значит, что стоит расслабляться. Как обезопасить себя и близких, нам рассказала заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Елена Ниязова. Объявленные каникулы в школах и закрытие нескольких групп в детских садах способствовало снижению количества заболевших. Прошлая неделя по сравнению с предыдущей показала отрицательную динамику на 25%. Всего с начала года зарегистрировано 1236 случаев ОРВИ и 12 случаев гриппа. В 10 из них лабораторно подтвердился вирус H1N1. Из этих 10 трое детей. Все лица, которые заболели гриппом, все были не привиты. Но сейчас, конечно, вакцинацию уже поздно делать. А основные меры профилактики какие сейчас? Это разобщение, это как можно меньше посещать места массового скопления, ношение маски. Марлевые повязки в аптеках сейчас расходятся в момент. Купить их крайне сложно. Уберечь себя от вирусов помогут народные средства – лук и чеснок. Самое главное правило – это чистые руки и минимальное нахождение в местах массового скопления людей.